Водитель, почему мы остановились здесь? Это не Ховард Джонсон. Седрик! Боже мой, Седрик, что они с тобой сделали? Это была ловушка. Должно быть, они знали, что я отправлюсь в Ховард Джонсон. Кто это сделал? Не беспокойся. Нам нужно спасти твоего отца, пока не поздно. Но что мы будем делать? Я должен был отправиться на балет сегодня вечером, познакомиться с человеком... А, спасибо. Его зовут Торч. Он известный лидер сопротивления. Он должен был помочь мне найти твоего отца. Я пойду. Ты не можешь. Слишком опасно. Но я должна. Его будут мучить, пытать. Хорошо, только будь очень осторожна на балете. Где билет? В бардачке. Ты можешь достать изнутри? Попробуй другой рукой. Нет, это не то. Давай я попробую. Вот он.